Середина июля – это самый пик жаркого кубанского лета. Конечно, нужно использовать каждый день для полноценного детского отдыха. Горячее солнце и целебный морской воздух на побережье Азовского моря в лагере «Ровесник» делают отдых для участников профильной смены «Космическая Одиссея» очень приятным. Для активных творческих ребят Славянского района попасть в лагерь «Ровесник» на профильную смену значит открыть самую яркую страницу своих летних каникул. С первого дня школьников окружили вниманием, стремясь наполнить их пребывание в лагере интересными и разнообразными мероприятиями. Детворе просто некогда скучать. Ребята собрались здесь творческие. И так как наша смена называется «Космическая Одиссея», то Одиссея – это странствие. И многие дети открыли для себя совершенно другие виды деятельности, которыми они не занимались, допустим, в системе дополнительного образования. Кто-то приехал танцующий, но ему пришлось взять мяч и научиться и отбивать мяч. Вот у нас, кстати, недавно было соревнование, и многим ребятам для того, чтобы защищать честь своего отряда, им нужно было проявить какие-то спортивные навыки. Кто-то, допустим, наоборот, спортсмен и никогда не танцевал и не занимался в творческих кружках. А здесь мы разучиваем флешмобы, танцы, какие-то также творческие мероприятия, другие, это и рисунки, и подделки. Поэтому нужно проявлять свою креативность. Многие ребята здесь уже знают друг друга, остальные познакомились в «Ровеснике». Каждый отряд, а они в эту смену называются тут кораблями, получил свое неповторимое имя. Конечно, между членами команд отрядных кораблей развернулось соревнование. Кто преуспеет больше всех в настоящем плавании в ходе трехнедельной космической одиссеи. В этом лагере я четвертый раз. Мне здесь очень нравится, здесь очень интересные ребята, коллектив, вожатые. Также здесь много интересных мероприятий, направленных на спортивные какие-то секции, на творческую деятельность и на интеллектуальную деятельность. У нас много вечерних мероприятий, очень много к ним нужно подготовки, и весь отряд работает. Кто-то просто выступает, кто-то какие-то реквизиты делает, кто-то придумывает танцы. Ребята занимаются творчеством, причем нередко они раскрывают в себе способности, о которых раньше даже и не подозревали. Дружеская, непринужденная атмосфера смены помогает отдыху и развитию. Мне здесь очень нравится. Мероприятия очень интересны. Бывают разные типы. И интеллектуальные, на которых нужно готовиться, соревнования различные. Недавно происходила летняя олимпиада. Здесь мне очень нравится. Я нашел много новых друзей. За время смены ребята здесь хорошо отдохнут, наберутся сил для успешного продолжения учебы, получат новые импульсы для творчества. И этому всецело содействуют сотрудники оздоровительного лагеря. Для того, чтобы время пребывания в «Ровеснике» стало незабываемым, прилагаются большие усилия, и учащиеся это видят и ценят. Я завел тут много друзей, и они все со Славянска. Тут все очень хорошо, и мне все нравится. Мне нравится тем, то, что тут всегда очень много разных хороших и увлекательных событий. Вот вчера у нас, допустим, был «Зоомир». Любители природы принимают участие в энтомологических исследованиях под руководством опытного наставника со станции юных натуралистов. Им интересно узнать, какие насекомые живут на побережье Азовского моря, в том числе и в самом море. Конечно, не остаются в стороне и всеми любимые подвижные игры, в ходе которых нужно проявить ловкость и быстроту. Ребята участвуют в мероприятиях, где нужно показать не только свои творческие способности, но и умение наблюдать и рассуждать. Именно эти навыки пригодились, когда они стали участниками шоу «Интуиция». Очень любит детвора купаться. Для этого используется сертифицированный пляж, куда они доставляются автобусом.
Там соблюдаются все меры безопасности. Море очень теплое, тихое и чистое, и купание в нем приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. Участники профильной смены «Космическая Одиссея» получат заряд бодрости и много положительных эмоций, откроют в себе новые таланты и обретут настоящих друзей, а это все дорогого стоит. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».